Спирулина, полезнейшая водоросль, йод, микроэлементы, хлорофилл. Если трудно пить в таблетке, проглотить, можно растворить ее или взять в порошке. Спирулина, водоросль бывают в порошке, в таблетках. Вот такой зеленый красивый цвет имеет. Взяли таблетку, перекрутили с теплой водой на блендере. Получился такой напиток. Или порошок растворили. Выпиваем. Суточно получаем норму йода. Витаминов, микроэлементов, недостающих нам. Спирулина рулит.